Первую ноту в последнем конкурсе финала предоставляется команде КВН «Пирамида» Владикавказ. Сегодняшний музыкальный конкурс будем вести мы. Я Иван Ургант. И я Александр Цикало. Потому что сейчас все в Москве ведем мы. Кроме троллейбусов. Мало кто знает, что на корпоратив компании «Газпром» артисты должны пройти кастинг. Падают, 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 падают листья. Стоп, Буйнов, до свидания. Почему? Александр, вы на каждом нашем корпоративе выступаете. Я уже обе ваши песни наизусть знаю. До свидания. Санте, 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 Наташа. Девушки, вы кто? Кто мы? Мы группа Шпилька. Извините, в одежде не узнал. Так, девушки, до свидания. Домой, быстро. Домой так домой. Вы адрес скажите, мы приедем. Так, свободны! Я извиняюсь, а вы кто? Я Элвис Пресли. Простите, но вы же вроде того. За те деньги, что вы предлагаете, меня на день отпустили. Тогда, конечно, да, проходите. Кстати, надо бы добавить 20%. За что? Откат. Проходите, договоримся. Давайте, а кто там у нас? Я смотрю на тебя телевизор. Ума Турман! Да! Почему вас трое? Нам Буйнов сказал, что без него не возьмут. Тебя кто-нибудь тянул за язык сейчас, а? Так, Ума Турман, да, Буйнов, до свидания. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Я извиняюсь, что у вас в руке? Заинтриговала? Пригласите, расскажу. Что расскажешь? В прошлый раз вот так две песни с феном пропел и ушел. Давай домой. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Так, да. Пошел вон отсюда, иди отсюда. Пошел вон. Вот видите, не боюсь ни топора, ни Моисеева. Может, как охранника возьмете, а? Нет. Быстро за Моисеевым. Послушайте, что вы такой настойчивый-то, а? Ипотека. Тем более домой! Быстро! Здравствуйте, я Максим Галкин. Максим, ну мы же вроде с вами договорились уже. Я знаю, я отказаться пришел. Меня в жюри на КВН пригласили. Подождите, а кто тогда все будет вести? Если нужно что-то вести, для этого есть Иван Ургант и Александр Цикало. Вот, визитку возьмите. Пластиковые окна на Алексеевской. С другой стороны. А. Дорогие друзья, как вы уже поняли, мы самодостаточный дуэт. Я хорошо импровизирую. А я Александр Цикало. Ну что ж, а сейчас выступает... Хор Осетинского! Это ты так смешно хор турецкого переделал? Да. Ну что ж, хор Осетинского с социальными частушками. Рядом, рядом, радость и беда. Надо, надо, твердый дать ответ. Пробка на Садовом. Да, да, да. А когда с мигалкой? Нет, нет, нет. В мире много разных книжек есть. Всех на свете их не перечесть. Камасутру знаешь? Да, да, да. В жизни так возможно? Нет, нет, да. Рядом, радость и беда. Надо, надо твердый дать ответ. Вы же осетины? Да, да, да. Вы же осетины? Нет, нет, нет. Вечер дома с девушкой провел. Ужин, свечи, только мы вдвоем. Мне она сказала? Нет, нет, нет. А друзьям скажу, что? Да, да, да. Кем-то хочет стать. Всех профессий нам не сосчитать. Масляков ведущий. Да, да, да. Самый
хотелось бы. Очень скоро кончится игра. Пригласим мы провести банкет. Урганта с Цикало. Да, да, да. Проведут бесплатно. Нет, 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 нет. В этой жизни ничего бесплатно не бывает. Так смешно начали и так не смешно закончили. С вами был Иван Ургант и Александр Пушкин. Это ты так смешно Цикало переделал? Нет. Смешно, надо запомнить. У-у-у. Дорогие друзья, каждый год 31 декабря ровно в полночь умирает старый год. Ой, смотрите, ему плохо. Господи. Кто-нибудь, врача! 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 Отойдите! Разряд! Еще! Еще! А, я был хороший год. Олимпиада пройдет в Сочи. Нефть подорожала. А наши попали на чемпионат Европы по футболу. И все это благодаря мне. Спасибо, спасибо. А в следующем году наши выиграют чемпионат Европы. Он бредит. Бредит. Послушай, если решился, уходи по-мужски. Давай без этого всего. Ты обижаешься на меня, потому что в этом году у тебя не было женщины. Зря. Они же не обижаются. А я просил у тебя Бентли. Где он? Я сделал так, что ты играешь в КВН в Москве. Здесь много Бентли. Или мне еще сигнализацию за тебя отключить? О, я слышу запах оливье и мандаринов. Моя смерть близка. Я вижу свет в конце тоннеля. Кто-нибудь может меня туда провести? Если нужно что-то провести, есть Иван Ургант и Александр Цикало. Иди ты отсюда, ненормальный, что ли? А! Call to the eye. I see the way it makes you smile. Call to the eye. Заткнись, а! Это ты? Нет. Я новый, 2008 год. Тогда что все это было? Ты же умер! А в России традиция такая. Каждый год 31 декабря вся страна умирает. Чтобы потом 1 января воскреснуть. С Новым годом! С новым счастьем!